Россиян среди жертв мощного землетрясения в Эквадоре нет. Об этом заявил пресс-атташе нашей дипмиссии Никита Кузнецов. Всего же на этот день число погибших увеличилось до 272. Под завалами находят все новые и новые тела, а пострадавших сейчас больше 2000. На всей территории Эквадора действует чрезвычайное положение. Помощь стране готова оказать ООН, а Всемирная организация здравоохранения уже отправила туда медиков. Магнитуда удара стихии была 7,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. Больше всего пострадал город Педерналес. Он разрушен почти полностью. Не осталось многоэтажных отелей, ресторанов, жилых домов. Их обитатели остались под завалами в руинах и центру города Портовьеха. Это катастрофа. Никогда в жизни не видел ничего подобного. Я помню, лет 20 назад было землетрясение, но оно ни в какое сравнение не идет с нынешним. Это действительно запомнится на всю жизнь. Никто даже не может поверить, что такое произошло. Это выглядит, как если бы мы были на войне. Все разрушено. Мне так жаль. Мне так жаль Портовьеха. Мы не видели ничего подобного. Никогда. Мне 74 года, и я такое вижу впервые. Вот, а дальше впору вспомнят, как говорят, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Во время землетрясения из тюрьмы сбежали 100 заключенных. Треть из них полицейским удалось задержать, еще несколько человек вернулись добровольно, а вот остальные продолжают находиться в бегах.